Доброго всем! Очередной нежданчик от неизвестных мастеров. Такое мы видим и встречаем не в первый раз. Вновь используется керн. В этот раз его использовали для фиксации втулки, которая, судя по всему, болталась в посадке. Или ее решили заменить на новую, но размер втулки оказался прослаблен. В итоге все равно 402-я головка приехала к нам, втулка вылезла и хорошо, что не успела наделать беды.